Зачем регистрировать свои объекты недвижимости, для чего это нужно? Что важно знать каждому владельцу объекта, чтобы не лишиться своей недвижимости? И на что обратить внимание, получив выписку из реестра недвижимости? Смотрите сегодня в 18.15 программу «Город ТЭС». Гость в студии Константин Минин, заместитель начальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Самарской области.